Приветствую вас, мои дорогие любимые люди, у себя на канале. Сегодня у нас 18.07.2024 год. Мы продолжаем наш сериал, но он уже совмещен с моим видеодневником практически, почти с большой частью того, что я делаю сама даже, понимаете? И сейчас я запись эту веду относительно тех серий, которые вы еще не просмотрели, а там прилично. 4-5, может быть. Немножко впереди, да, как бы режиссура вся. Но так и задумано. Вчера я заболела вирусом, ротавирусом. Сначала дети у меня заболели, а потом я. Он очень необычно действовал, ну, не считая кишечных проблем вначале. А потом вот это пошла по телу, да, как температура, как ломка, температуры не было. Ну, вот эта вот вирусная штучка. Но она была совершенно невероятная. Если для моих детей это не очень, у них болят кости, ломят. И я так прочувствовала, что они это проживают, ну, классически, как и я когда-то проживала. А я проживала это как большое удовольствие просто. Как будто это был какой-то псинаркотический эффект. Ну, не такой вот прям сильно, мощно, как-то сложно сравнить. Но видоизмененное сознание, так скажем. И на основе этого вируса, сейчас, как вам сказать, физически я не могла ничего делать. Я лежала, я классически болела, да? Не очень-то больно было там по телу и так далее. Но голову так отключала и в то же время включала. То есть отключала от того, что я могла о чем-то таком думать специально. Но я была в сознании или спала, но тоже на поверхности, знаете, и испытывала невероятные темы. Я участвовала в чем-то невероятно потрясающем. Будто вот эти вот все сетки, над которыми я сейчас работала, я видела, как еще многие наши работают, как будто я увидела, как мы все работаем, очень многие за кадром, кого я знаю. Ну ведь не хватит дня, чтобы увидеть всех процессов сегодняшней эволюции, перехода и тех родов, которые за этим стоят, да? Чувствуешь просто свою выделенку и чешешь. Но в этих снах я была уже в мире, который вот так весь работает. И я такая, какой-то вот кусочками, почти не помнишь детально, такое ощущение, типа, о, как классно, вот эта сетка запустила ту. Даже такое ощущение, что вот эта работа, которую я делаю, кто же я как участник этого всего, я потом вижу, ах, вот какой результат это принесет, а там просто божественность зашкаливает. И это больше, чем я могла подумать. Больше, о чем я думаю вообще, о всех возможностях, которые я знаю для эволюции человечества. Такая странная сейчас речь, да? Ну, вы не представляете, какой кайф. И вот этот вирус, он абсолютно работал в этой эволюционном ключе. А до этого, кстати, я... Давидик же заболел маленький этим вирусом. И я такая положила руку, ну, может, там как по исцелению, не исцелению, и стала считывать, что он хороший, этот вирус. Неплохой, не хороший, знаете, в данном моменте. Но он закладывает, любой вирус, мне объяснили. Но все мы знаем с точки биологии, как иммунитет создается. Но в каждом вирусе, который проходит в это или другое поколение, да, ну, в разные времена, они разные, они мутируют. Они мутируют согласно вот этой эволюции. Там есть какой-то код, который поможет тебе выжить в будущем. И даже духовный код, понимаете? Ведь все духовно. Но раньше я никогда так не чувствовала. Сейчас я это просто чувствую, считываю. А, это для этого, то для того. На меня подействовал просто потрясающий этот вирус. Такой кайф. Ну, такое небольшое послание. А сегодня я чувствовала невероятное возбуждение. Типа, мне надо сесть, мне надо что-то сделать, надо что-то сказать. У меня, кстати, такое бывает. Мне сделали там просто загрузку вот такую, знаете, будущего. А потом на меня будущее всегда немножко давит. Я как будто, типа, что конкретно мне надо сделать сейчас, чтобы это свершилось, знаете? Такая паника мага, когда к тебе летит из будущего. Старая твоя схема хочет как бы все просчитать. Я над этим очень много работала. В принципе, сейчас я отмечаю результат того, что я вообще молодец. Раньше мне мог такой стресс накрыть, и программы эти лезть, полезть разные. Но я с ними и работала, чтобы достигнуть этого сейчас.
но все равно такое перевозбуждение. И в любом случае я такая: так, единственная возможность снять это перевозбуждение — направиться в поток вместе с вами, для вас, для меня, для Земли, для перехода, начать транслировать что-то. Вот и все. Двойка Пентакли. Блин, она вот здесь такая в этой колоде, да? Вот так вот, смотрите, вот так вот, вот эти вот. Я не знаю, вот ее хочется крутить, эту карту, согласитесь, да? Смотрите. Блин, не знаю. Два мира срастается, сейчас считаю. Через любовь. Правный нижний в серединке воплощается, как я и говорила. День и ночь в любви соединяются, как и было. Звезды возникают и зажигаются, а днем в одно большое солнце превращаются. Кто-то скажет: скрываются. Пускай. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Я вообще говорю стихи из потока, даже не думаю. Вообще, как круто. Черное солнце, белое солнце. Глубокий устрашающий океан. Вода, которая чиста, которая как легкость бытия. Внутриутробная вода и вечная жизнь души нашей. В общем, сегодня меня приперло. Стихотворение закончилось на двойке Пентакли. Да, ну вот я вам говорю, поток такой, как я была во сне. Вот так что я вам из этого сна сейчас передаю абсолютно какие-то магические, сказочные, вы заметите, стихоплетные кодировки. Ну, как раньше в древности тоже и работали. Многие пророки — это у нас поэты. Передаем привет моему любимому пророку поэзии Высоцкому. Да. Владимир Высоцкий. Великий маг. Король Пентакли. Блин, здесь такие еще рисунки. Сейчас меня пропрет, блин. Реально, мне сегодня вообще такой поток. Так много всего меня накрыло с этой карты. Начало. Начало. Я со звезды, с далекой звезды, воплощенной звездою. Дитя солнца и луны. Землю курирую. Я собою, свет, свет души, под покровом солнца, защита земли. Земля — это творение наше, любовь богов, любовь богов, дитя и все, что живет на планете. Это наша любовь. Блин, здесь просто такие шаманские энергии. У меня, я отлетаю со стихов. Ау. Я вам просто покажу, повпитывайте. Вот она сейчас очень заряженная, канал вообще мощнейший. Даже теряюсь в расшифровках. Правда. Это король Пентакли, покровитель земли, бог, оберегающий землю. О, вам когда показываю, мне поприкольнее идет. Видите, да?
Блин, как же это красиво! Вы представляете суть мужчины и смысл его пришествия на Землю? Вот этот архетип. Как часто, да, второго говорят, король Пентакли такой-то, такой-то, сякой-то, там часто там и жадность проходит. Но это как бы искажение, да? А по факту высшего проявления это что? Это кто? Это такой звездный воин, который и солнце, и луна, и из космоса. Видите, какой плащ у него? Всю землю оберегает, он ее прям держит вот сюда. По родовой вот целый мир создает земле, да? Забота о земле космического порядка, космических идей. Он дает энергию, процветание, мужской аспект пентакливый, защиту, защиту именно. Разве может быть такая душа жадной, помешанной на деньгах, на вещах, на каких-то эго-победах там личных? Разве может быть такого вот по этой карте? Нет, этого быть не может. Но может, как мы знаем, в перевернутом варианте на Земле, оно и печально. Но есть хорошая новость. Все, что перевернуто в одну сторону, можно перевернуть и в другую. И даже лучше их уравновесить, ничего не исключая. Тогда силы истины будет больше, смысл расширится, и всегда еще со своим индивидуальным личностным рисунком короля Пентакли, любой другой стихии. Любая стихия неповторима. Вот, например, мой огонь никогда не повторится с другим огнем. Особенно если вы очень многоплановый человек, чем больше у вас разных других красок и энергии и всего такого, то вы неповторимы. И во многих зашиты такие красивейшие коды просто. Самого неповторимого огня. Ну, таких самых неповторимых огней красивых очень много. Прям иногда смотришь и думаешь, этот огонь, ну такой ласковый, этот такой зажигающий. И мы, кстати, можем многому учиться друг у друга энергетически. Не как вот это воровство крадник, типа того, зависть дает его, понимаете? Если нет зависти, вы соединяетесь восхищением. И тогда это уже часть каким-то образом ваша, даже через восхищение, через благодарность. Не все вы будете исполнять из талантов там каких-то, да? Но это так важно, восхищаться талантами другого человека. И это помогает видеть мир прекраснее, и значит жить в большей красоте. А зависть, она уничтожает. Уничтожает даже не кого-то одного. Она, я наблюдала за ней, как она работает. Она работает разрушительно для обоих сторон. Быстрое, очень сильное влияние имеет. Это же сердце, идет такая стрела. Я наблюдала такие процессы. Единственное, это выкинуть из сердца человека, который тебя завидует. А иногда это очень близкие люди. Ты не можешь выкинуть их из сердца. Закрывашки тебе так не хочется ставить. Когда я за этим наблюдала, я все думала, как с этим работать, ну вообще, ну, чтобы мне было комфортно. То, знаете, местами жизнь уводила этих людей от меня, да, действительно так. Так произошло, да, несколько таких историй. Но где-то я замечала, что она была, но там еще было как-то сражение, что ли. И поэтому я вот вспоминаю, что я в этот момент направляла луч, какой основной, да? Такой луч, что я вижу другое в тебе и акцентирую это. Кое-что я так делала, оставаясь с людьми. И это мне еще помогло, знаете, что самое интересное, открыть зависть свою. Причем моя зависть была очень скрытая. Я вам сейчас объясню. Я реально не понимала ее принципа. Я в целом
Ну, реально независтливая. Вот вообще. У меня есть люди с деньгами, когда я в тяжелой ситуации оказывалась. И никогда в жизни у меня не было такого момента, что я завидую им, потому что у них есть деньги. Я вижу, что за этим стоят какие-то истории. Мне нравится моя жизнь, вот реально моя. И так во всех моментах. Но у меня была скрытая зависть, знаете, к кому? К самой себе. К самой себе, которую я еще не открыла. И это какая-то обида, обрезание тогда, самоуничижение себя на самом деле отсюда идет. Но там есть и зависть. Словно ты смотришь на Бога внутри себя и сам себя презираешь, что живешь не так, понимаете, да? Если разделить вас на два человека, то получится так. Типа вы видите себе Бога, представляете, такой божественный, способный, талантливый, как-то тут реализовывается. Ну, вы вот такие себе элементы знаете, да? А здесь такой человечек, да, который его, да не может быть, типа того. И он его бесит и раздражает своим совершенством. У меня этот человечек был внутри. Просто от того, что невозможно поверить, что это ты. Сейчас я, кстати, уловила напряжение. Я говорю, что очень много напряжения. Оно хоть и приятное, и в преддверии, но много-много. У меня тогда скорость разгоняется. А я смотрю, иногда протекает через меня с огромной скоростью что-то. И это все-таки создает напряжение. Я хочу сейчас поработать прямо при вас с программой снятия напряжения. Напряжение всегда присутствует при движении. Здесь сложно не напрягаться. Но я очень люблю напряжение. Я, как еще раз вам сказала, оно о скоростях информационных, проживаний, энергии, понимаете? А человеческое существо, блин, оно вообще децибелы эти не выдерживает, бывает. Это еще так потихоньку. Но его можно приручать. И я, когда идет огромный объем энергии, даже в нескольких, ну, в разных визуализациях, вижу, как, например, если шахта открывается, то я такая думаю, да что ж так много-то давления, оно ж как вроде приятно, да неприятно, да. Но я смотрю визуализационно, а у меня как вот если взять само лоно, матка, да, живая, вот как тело мое реагирует, оно как будто трескается. А я такая понимаю, что за этим куча программ, непринятия божественные. Там программы установки стоят, что у женщины там это, что у женщины там то. Ну, там описан вот этот закодированный, ограниченный какой-то код, связанный с рождением, с деторождением, со всем. И много еще чего, это же матка целая, да? Не просто так они говорят, у женщины как бы второе сердце, да? Да и мозг, это целая система вообще. Мы понимаем, да? Репродуктивная система женщины, ну, творящая здесь детей. Просто молиться надо. А сколько там антимолитвенного зашито. И вот это все сопротивляется божественному. И тогда вызывается напряжение, и я делаю различные практики по снятию напряжения. Вот сейчас мы проделаем с вами прям, ну, то есть я сделаю с собой, тоже как пример обучающий для всех. Вот сейчас сказала, даже в словах у меня прям, мне вот здесь энергии переполняет чересчур. Вызывает напряжение. Аж дергается у меня тело, заметьте, да? Что покажу. Вот если я разрешу сейчас своему телу, это тоже хорошо пронаблюдать вот этот тип напряжения, что бы оно делало, блин. Оно вот так вот делало бы даже. Вот позволить ему. Давай еще больше разгоню. Вот я делаю такие штуки, когда вот позволяю. А другая часть такая раз не хочет. Вздыхалка, такая же фигня. Вот сюда весь объем идет, видите, я выдыхаю. Признаю. Все, что мы замечаем, анализируем, даем это место, этому место быть, вот так проявляться, мы еще озвучиваем признание всегда. Признание всегда уже успокаивает все это, 80%. Ну, я пойду дальше, мы сделаем визуализацию, какую-то трансформацию для облегчения. И я их очень люблю, так как она может передать смысл процесса, скрытого даже для меня. Это очень красиво.
здесь и сейчас все вот это напряжение, которое я осознаю, озвучила, признала, и то, которое я не осознала, все, что за этим стоит, все мое программное обеспечение. Позвольте мне грамотно запустить процесс трансформации, преображения, напряжения и расшириться в легкости, в полете, внутри объема информации, энергий, всего, что разговаривает со мной. Покажите. Я так заулыбалась, как будто там опять какой-то, блин. Я вот так улыбаться начинаю, у него просто райские штуки идут сразу и все. Ну ж картинку не показали. В последнее время я только скажу какую-нибудь проблему, и мне уже сразу, тебя проблема отпустила, слышь. Даже уже неинтересно, да, даже становится. Там где-то картинка, трансформация, сложность, жесть. Ее нет. Прикольно. Я прям с вами делюсь, это уровень реально уже я взяла. Не, если надо, я посмотрю и залезу, и в ад схожу, не вопрос. Я просто в этой сегодняшней устойчивости и новых каких-то навыках еще более полезно. Понимаете? Чтобы в ад ходить, там не просто атака по стратегии, пониманию, как его убрать там. Потому что нам нужен для перехода чистый нижний мир. Вот реально, нам нужна чистая флешка, куда поступает. А этим никто почти не занимается, ребята, я вам серьезно говорю. То есть сейчас в переходе много всяких идей же, я слушаю, многие хорошие. Но основная концентрация на правный переброс, типа там опять... Мы много чего делаем, ну, как бы, ну, многие автоматически все равно система всех затаскивает туда, чистить нижний мир. Но можно ускориться, понимаете? Вот где вы там карму, вот это все чистите. Ну, там все время так по кругу ходят, знаете, там есть такие нарушения алгоритмов, да, первичных установок, поставленных человечеством, можно так сказать, и договоров, которые как бы блокируют, все-таки раз по кругу ходят. И я сама ходила, да, как бы, блин. Но каждый раз по новому кругу я засекала еще какой-то глюк. Многие тоже это делают. Но сейчас важно прям вот так, чтобы какой-то деятель стоял и круто заявлял о нижнем мире, о вот этой вот сетке. Да, рассказывают про Магерани, про архатов, про эти миры. Что-то сказки там добавляют, до конца не понимаю. Кое-что интересное дают. Но это в частном порядке. Пробудить какого-то мужичка, какого-то архата исцелить, вот как мы сейчас делаем. Да тут толпу надо пробуждать. И не обязательно лично своего, блин, правда, единственного там всю жизнь тратить. И все. Войско там целое. Я когда проснулась в нижнем мире, я вам говорю, я не просто такой нижний, блин. Но это-то вот 2 года назад произошло. А колбасил-то меня в аду. Но это было круто. Именно сейчас, поэтому возможно такое, понимаете? Выход из кармы, осознай это уже, знаете. А то они мне пытаются иногда там накидать, что нет. А я вижу, что да. Чайка летит, класс. Но напряжение здесь колоссальное на планетке Земля, конечно, я вам скажу. И тело я еще чуть-чуть дорабатываю. Из этого летит с пространства. Эмпатия же включена. Но в целом я ее тоже регулирую. А хочется так по полной отстегнуться, в каждой душе соединиться и кайфануть, блин. А ты идешь тут, блядь, одни нижние мира там или еще чего-нибудь. Но иногда я в канале, что вообще пофигу, конечно. Но я же не соединюсь особо. Блин, на меня сейчас так это... Алкоголики реагируют, но они есть классные, есть очень классные души, поврежденные алкогольными, ну, демоническими структурами. Тоже своя история, как они образовались, еще не до конца знаю, только изучаю эту тему.
детально. Но там столько прикольных наших, это просто. И они иногда... Сегодня я стояла вот так вот, вроде бы, ну, неудобно проходить. А тетка под алкоголем, ну, чуть-чуть, видать, подбухивает, чуть-чуть постоянно, да. Не такая конченая там, какая они грязная, нет. Ну, такая из дома вышла. И она почему-то круг вокруг меня сделала. Такая, ой, это как странно. Женщина говорит, да, я не знаю, что со мной. Почему она вокруг меня круг сделала? А я потом стою, смотрю и думаю, блин. А под алкоголем человек себя же немножко не контролирует, а у нее духовно ее ведет вокруг меня круг сделать. Она практически такая еще так раз-раз поклонилась. Там, знаете, когда так раз. И к энергии присоединиться. И мы так поржали, это было так прикольно. Я прям считала это, как ее душа вокруг меня постояла. Ой, смешная. И она хорошая такая была, душа ее. Еще сейчас сижу, поступила мне информация как раз о той теме. Все, я вам говорила, суд, суд, будет суд. По тому демону, по запросу Архата, с которым мы работали, да? И вот представляете, уже там солнце последнее, что подключили мы, да. Все пропало. И вот мне сейчас поступила информация, почему. А фишка в том, что я не буду проводить эту работу, потому что именно этот Архат, то есть я активировала сейчас, можно так сказать, демона, провела определенную работу, с ним договор, да. И мне сказали, что там можно получить на суде, и это так и есть. Но я лично не буду. Этот Архат такого уровня, что сам должен побороть этого демона, сам оказаться, найти судебную систему, да, и сам взять этот уровень покаяния. Без моего демонтажа, ну, как бы, дополнительно все сделано. Он сам должен провести демонтаж. Именно эта личность. Это очень важно, ведь когда меня погружали в такие вещи, мне никто не помогал, ну, кроме высших там и так далее. Но здесь, в серединке проявленный кто-то. Хотя, может быть, и были на самом-то деле. Но это как раз, когда ты понимаешь, что ты делаешь это прям сам. И все. Но по подобной теме, которая развернулась со всеми, со всей той демонической структурой, которая у всех, я вам говорю, есть, у архатов и магираней, там магираней просто идет искажение, блудница, монахиня, там кодировка, ну, в общем-то, идет по вот этой зоне. А у мужчин вот тот вот комплекс, ты или жена какая-то священная богиня, или проститутка, ну, такое же разделение. Ну, и с собой такие же приколы, да? Это такой короткий код, а там-то много всего. И я из себя это доставала лично, да, делала такую работу. Другим-то я, конечно, могу быстрее помочь это сделать, и такое тоже будет даваться многим. А общие процессы, они запускают эту линию внутри, на духовном плане. Им для многих станет это легко, такое ощущение, что они раз в момент такие, о! Я догнал, как это делать, да? То есть в тот момент я передаю эти же знания. Невозможно их передать даже вот каждому, с каждым поработать мне и так далее. И этот метод ускорения идет. И сейчас он простраивается по живой матрице, по сетке, по всем этим энергиям. Поэтому я всегда говорю в процессах суда и показываю, да? Или в каких-то трансформационных, что запускаю там по разным сеткам. Там даже всего не расскажешь. Но очень многие сетки для меня уже как вот свободный допуск. Живая матрица и погружено в захватническую, так назовем, программную, накопившуюся вот этот искаженный опыт. Она мощная, сильная система тоже. Но в какой-то момент там система, ну, не имеет права на тебя воздействовать уже и все. Ну, это непросто. Но вот такой вот опыт... Каждый, кто получает сейчас и выходит, и по-настоящему выходит, хотя бы зонами какими-то берет, то добавляет этот духовный опыт в нашу общую живую сетку, в нашу общую живую матрицу для нашей общей победы. Потому что в одиночку тут побед нет, правда. Только вот такие вот личные, да, есть они. Но это еще такие, знаете, победы. А нам нужна большая победа, одна за всех.
Мы за ценой не постоим, понимаете? Песня классная, да? Аж заплакала. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Эта песня, ох, как хорошо подходит к переходу, к возрождению, к воскресению наших душ. Люблю вас, мои дорогие, любимые люди.